Всем привет, на связи я, Андрей Нестеров. Я, наверное, уже третий раз пытаюсь начать записывать видео, но как я выхожу во двор, начинается дождик, и я прячусь дома, там что-то делаю, какие-то дела. Вроде посмотришь, солнышко вышло, опять вышел во двор, начал что-то делать, и опять пошел дождь, и опять убегаешь и так далее. Но я так понял, что от судьбы не уйдешь, и все-таки мне суждено сегодня промокнуть. К тому же, смотрите, у нас что случилось. Не только ютубовку посетили ураганы, но достали и нас. В нашем поселке Большие Хайпы в Ленинградской области. И вот это дело надо как-то убирать. Видите, рябина у меня на заднем плане, ее повалило ураганом. Ну и это у нас сейчас первоочередная задача. Этим мы займемся. Расчистим немножечко наш участок. Вообще, вот она сама по себе, оставшаяся, да, вот это вот дерево, тоже довольно опасно, шатается. Мне кажется, что от него придется как-то избавляться. Кажется, что вот этот вот второй ствол тоже просится уже упасть, потому что я его качаю, там трещину где-то я видел. И мне кажется, вот подойди сюда с этой стороны, покажем. Мне кажется, что он держится уже из последних сил вот за этот ствол. Если вот эту доску взять, убрать сейчас, открутить, снять. Сам он не пошел. Но мне кажется, что ему немного надо. Снимай. Вон, покажи, смотри, какая трещина. Ничего себе. А покажи, что там внутри, в дупле. Вот с той стороны зайди. Смотрите, здесь прям перегной. Удобрение. А вот этот ствол, который упал сам. Видите, я вас вижу. Всех там, всех. Не ешьте за экраном. Вредно. Ну что,
надо с ним что-то делать, потому что сам он может упасть на кого-то или на что-то, или на дом, даже если он упадет. Есть такая вероятность, и наделает нам бед. Ну что, давай попробуем его завалить, Федь. Давай. Все сгнившее насквозь. Смотрите. Федя. Но мне кажется, вот этот тоже надо удалять будет. Смотрите, какие нехорошо. Это уже следующий день, как видите, рябина как стояла, так и стоит. Вчера непогода нас загнала в наш теплый и уютный дом. Вопросы тепла мы сегодня, кстати, коснемся. Я буду подготавливать к зиме нашу котельную. Но расскажу вам про потребление электричества нашим электрическим котлом в киловаттах, потому что мне под роликом, где я рассказывал про отопление, очень много замечаний сделали о том, что я расчет сделал в рублях. То есть для некоторых моих зрителей в рублях это понятно, потому что они живут не в России. Этой темы мы обязательно чуть позже коснемся, а сейчас продолжим валить нашу рябинушку. Рябинушка кухни. Ну что, страшно было? Было. Вот она наша рябинушка. И ничего не слышал про рябиновые дрова. То есть как это, хорошо или не очень? Пишите в комментариях, у кого есть опыт использования рябины в качестве дров. Вот у нас еще кандидат на подстрижечку. Смотрите, какой красавец клен. Но вот здесь у нас идут провода электрические. И когда мы сюда переехали 3 года назад, он до них еле дотягивался. Мы его подстригали, но природа берет свое, и он отрос еще больше, еще выше, чем был. И сейчас надо в этом году тоже. Вот листья опадут, по-моему, после того, как листья опадают, вот это можно делать процедуру. Сгубить нам его не очень хочется, вернее, совсем не хочется, потому что он нам нравится. Красивое дерево у нас на участке, украшение нашего участка. И надо его будет аккуратненько подровнять. Еще у нас есть вот такая липа. Вот, смотрите, липа у нас. И она пока маленькая. Но все оно не очень к месту, потому что вот здесь, у нас будет калитка. Когда-нибудь у нас будет заборчик. Небольшой такой, по пояс заборчик. И вот здесь будет тропиночка к крылечку, к красивому белому крылечку. И если ветки вот эти так и будут низко, по этой
тропинки, дорожки будет неудобно ходить. Поэтому все это надо будет тоже как-то оккультуривать, заняться ландшафтным дизайном, или как это все называется. Но это у нас Лена по этой части специалист, можно сказать, потому что она имела с этим дело, писала статьи для ландшафтного дизайнера довольно долгое время и в чем-то там поднаторела, чего-то там поднабралась, немножечко в этом вопросе шарит. Дальнейшие действия с дровишками доверим детишкам. Я думаю, что разложить их аккуратно в поленницу им вполне по силам. А я, как и собирался, пойду прокачивать отопление. Итак, мы находимся в нашей котельной под лестницей, а также это такой мини-склад материала, до которых еще не дошли руки. Вот, например, вот кирпичики старинные на стенку за камином у нас пойдут когда-нибудь. Сюда я пришел, чтобы добавить давление в наш котел. Это приходится делать где-то пару раз за сезон. В общем-то, процедура несложная. Я скидываю эту трубу, подключаю к водопроводу. Водопроводом нагоняю давление необходимое. И потом все возвращаю на место. Я не знаю, почему вообще, в принципе, это приходится делать. Потому что каких-то течей я вот, например, не вижу. Может, это испаряется вода или как-то куда уходит давление, я не знаю. По-хорошему, надо бы уже врезать водопроводную трубу сюда в систему, чтобы не откручивать, не перекручивать ничего тысячу раз. Но тоже как-то все, руки не доходят, находятся дела поважнее. Ну, в принципе, и не напряжно вот эту процедуру делать пару раз за сезон. Ну, сейчас придется нам все перекрыть, открутить здесь, прикрутить там, и будет тепло, шметло. И мухи кусать не будут. Федя! Что? Чё, готов помогать? Ну все, мы готовы, Федя, давай, запускай. Ага. Так, ну вот и смотрите, у нас поднимается давление. Сейчас мы догоним до 2,5 и перекроем. Больше нам не надо. И в следующий раз вернемся к этому вопросу где-нибудь в январе, в феврале. Ну, в общем, не скоро. Давайте 2,7, например. Так, все, достаточно. Выключай, Федь. Все. Так, вот мы нагнали 2,6. И сейчас я соберу все это добро обратно и расскажу вам, сколько мы тратим киловатт электричества в месяц с этим котелком. Итак, я вооружился ЭВМ. И сейчас вам поведаю, сколько мы тратим на электричество, на отопление. Вот смотрите, октябрь прошлого года, вот он уже показательный, потому что там уже 100% включали отопление. За день у нас потрачено 162 киловатта. А вот ночью уже расход 1148 киловатт. За прошлый год, декабрь-январь, но там плюс-минус неделя, потому что вносили не точно. То есть потом позже начали уже 15-е, да, показания снимать, а там так примерно. Но все равно это дает представление о затратах электричества. Вот за два месяца за ночь мы потратили 2954 киловатта, а день 405 киловатт, то есть в месяц 1500 киловатт, можно сказать, на отопление, потому что ночью мы ничего не включаем, но иногда еще стиралка работает у нас ночью тоже, чтобы дешевле получалось. И есть еще у меня показания вот этого года, ну так, для сравнения,
с 15 августа по 15 сентября погода стояла. Но вы помните, какая у нас была осень, вот это вот сентябрь, замечательная. По дневному тарифу мы умудрились нажечь 370 киловатт, а ночью всего 140. Ну, мало ли кому интересно, в рублях, то есть сейчас я назову ценник в рублях, у нас за киловатт день 4 рубля 21 копейка, ночь 2 рубля 28 копеек. Вот такие вот цифры. Кому интересно, считайте. Но мне кажется, что на отопление мы тратим совсем немного. Я знаю, сколько некоторые люди с газом тратят, так что это все приемлемо для электрического отопления. Так, и, пожалуй, на этом мы будем заканчивать наш ролик. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите в колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски нашего реалити-шоу. Всего вам доброго, пока!